Тайване накануне Национального дня памяти и мира были проведены крупномасштабные армейские учения с участием пехоты и военно-воздушных сил. Согласно легенде военных игр, крупное подразделение сил вероятного внешнего противника захватило военную авиабазу поблизости от города Таоюань на севере страны. Официальный представитель Министерства обороны Тайваня Чен Чунг-Чи сообщил, что проведенные учения еще раз продемонстрировали боеспособность вооруженных сил республики. Маневры также помогли успешному завершению переговоров на высшем уровне между Тайванем и Парагваем. За ходом учений наблюдала лично первая женщина-президент страны Цай Инвэнь совместно с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом. Глава этого государства специально прибыл на остров, чтобы принять участие в торжествах по случаю национального праздника. День памяти и мира, или иначе праздник 10 числа 10 месяца, также иногда называют Днем двух десяток. Он отмечается на острове с октября 1911 года, то есть 107 лет подряд. Памятная дата была утверждена для напоминания об окончании правления династии Цин и самопровозглашения государства-прообраза современного Тайваня.